хочу вам показать, как живут узбеки на своей родине, которые работают в России. И этот второй дом тоже является их. Так что посмотрим, как у них внутри. Кстати, у всех узбеков в доме, вот как заходишь, стоят умывальники. Для чего это, мама? Объясни людям. Чтобы руки полоскать и зайти. Да. Вот, представляете, чистота, чистота. Вот такие вот мы, узбеки, чистоплотные. А вы что думали? Внимание, мы заходим. Смотрите, в каких хоромах они просто живут. Вот. Покажу вам в основном гостиную их. Обратите внимание, какая здесь красота. Там все откосы, дальше не буду заходить. Вот, впрочем, та самая женщина, которая пашет в России и построила себе такие хоромы. Молодец, молодец. Как всегда, полно гостей и столы накрыты. Мы работаем с утра до ночи, чтобы вот так, такие дома жить. Ну, а нам желаю приятного аппетита. Если что, приезжайте к нам в Узбекистан. Мы народ гостеприимный. Примем вас. Вы себя чувствуете, как у себя дома.